парке Леновка. У нас идет оформление беседки. Я уже фрагменты показывал. Но если вот посмотреть, видите, там уже столбы и делается рядом навес. И я вам с другой стороны показывал, что происходит. Ну, отсюда поближе вам покажу. Здесь такая коралловый такой, ну, беседка в виде кораллового рифа. Вот видите, здесь рыбы, там и вода, источники. Ну и по замыслу было такое решение. Он внизу оформляется цветочник, а здесь мы решили сделать беседку. Ну, здесь сейчас очень такие сроки быстрые, надо за день-два закончить ее. Потому что очень много туристов будет. Но потом мы, может, посверлим стены и поделаем рыбы. И, ну, как бы, немножко, как бы, усилим ее, или как правильно сказать, усложним. Сделаем более интересно. Ну, сейчас как бы идет такая побыстречку делается. Здесь такие подпорные стены, скалы, вон, посмотрите, крабики. То есть вот такое, ну, целое направление по беседке. Ну, не знаю, что получится. Вот за сегодня, видите, все, что мокрое, за сегодня сделанное. То есть, а здесь только помазали. Завтра, ну, завтра, надеюсь, закончим вот эти столбы, потому что по мокрому сложно их мазать, они потом отпадают. А вот уже, видите, здесь какие-то такие рыба, такая окаменелость, то есть вот такие ракушки всевозможные. Ну, по замыслу было много, ну, сюда натыкать рыбок, коралловых этих веточек, ну, много морских эскизов есть на эту тему. Ну, очень сроки быстро попросили по-быстрому сделать. Мы скомкали все это дело. Ну, как бы, надеюсь, потом мы чуть-чуть подобавляем. Подобавляем сюда персонажи, и раки, и крабы. А это вот, я как говорю, с той стороны показывал уже, что здесь идет вот такие каменные скалы, это будут цветочники, сюда деревья, зелень посадят, и потом потихонечку, ну, приобретет такой более интересный вид. Ну, оттуда как бы далеко было, ну кто за ними следит, видит, что с той стороны. А здесь вот опять идет вот такие стоки, всевозможные деревья будут, и вот строится беседка еще без крыши, то есть вот вываренные столбы, вываренные мурлаты, и вот как бы с той стороны уже снизу идет камень, скала, видите, какие леса сделал. Но потом со временем вода подымется, и я думаю, будет выше, ну, под вот, где вот леса внизу, они будут под водой. Ну и вон мост, там тоже много задумок по оформлению того моста. Ну, такой как бы фильм я решил вам показать. Ну, видите, здесь еще все в куче сгреблены вот эти персонажи. Ну, потихонечку мы расставим их по местам. А это вот идет... Всем привет! А это у нас... Видите, целые игровые такие задумки. Ну, это надо отдельный фильм показывать. Видите, и классики. Здесь есть баба-ёшка, которая любит играть с детьми. И вот смотрите, сколько у нас интересных решений. Ну, пока даже сам не знаю, как это будет действовать. Но вот видите, и космос, и ракеты, и классики. И видите, даже название все. Ну, скоро, думаю, нам более профессионально покажут вот эти все разработки парка Еленовки. И вот у нас мои дочки, все уже серьезно взялись, уже две дочки, Ира и Елена, которые вот пытаются это все разрулить. Так. Ну, видите, как бы склад, просто все в куче сгреблено, потихонечку все будет на своих местах. Я такой обзорчик показываю, что у нас здесь происходит. А это, видите, уже сразу же и даже дорожку делается с такой вот плитки.